В свое время папские кардиналы создали комиссию по вопросу, а не грешно ли смотреть в его трубу. Трубу Галилео Галилея, величайшего ученого планеты. Его почти казнили, его осудили за ересь. И только в 1992 году папа Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция была не права в осуждении научных взглядов ученого. Математик, физик, механик, философ и астроном со своими революционными открытиями он напрочь опроверг метафизику Аристотеля. Его философские и научные взгляды, изобретенный им телескоп, сделали его самым знаменитым ученым Европы. Но до конца жизни он был под присмотром инквизиции, боящейся его книг и его открытий, его написавшего как-то: «Прогресс астрономии умножает в наших душах славу Богу». Галилео Галилей.